Мемориальная доска Ювану Шесталову обрела новое место. Сегодня ее установили на одной из центральных улиц Ханты-Мансийска, на доме, где поэт провел последние годы жизни. В торжественной церемонии приняли участие родственники литератора, его друзья и коллеги. Добавлю, что именно сегодня Ювану Шесталову исполнилось бы 80 лет. Творчество мансийского поэта корнями уходит в национальную культуру. Он первым преобразовал фольклор в литературу, доступную не только на коренном языке. В рамках юбилейных мероприятий, значит, обратились органы государственной власти Югры с просьбой, значит, к 80-летию перенести мемориальную доску на дом, в котором он проживал, трудился, и место, которое будет доступно всем горожанам, также гостям города. Главное творчество Ювана Шесталова – это человек. И поэтому, конечно, он всю жизнь посвятил людям Манси, дальше Ханты, ну, всем финно-угорского народа. И писал о своем крае. И, конечно, любовь. Через его произведения мы ощущаем его любовь к краю и к народу.